Около 800 тысяч жителей Подмосковья уже оформили подписку на электронный коммунальный счет. Он несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, сообщило Министерство ЖКХ Подмосковья. Процесс зачисления денег одинаков в обоих форматах. Факт оплаты отражается моментально чеком. Баланс счета обновляется в течение 3 дней после сверки поступивших из банка сумм с реестрами лицевых счетов. Персональные данные, истории начислений и платежей надежно защищены. Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мособлогиирц онлайн». Произвести оплату можно с помощью банковской карты из электронной почты в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мособлогиирц онлайн». Бумажный дубликат квитанции можно получить в любом клиентском офисе расчетного центра.